Современные приборы и методы учета электроэнергии развиваются в ногу со временем. Жители села Варваровка стали первыми обладателями новейшего оборудования, которое совсем не похоже на привычные электрические счетчики. Монтаж измерительной части блока на столбе занимает не более 10-15 минут. Вторую часть прибора потребителю достаточно подключить к обычной розетке и просто следить за показаниями. Основное ноу-хау современного оборудования, которое является отечественной разработкой, это прямая связь с оператором поставщика услуг. Теперь не придется переписывать данные с прибора и с заполненными от руки квитанциями идти производить расчеты. Умная автоматика при помощи GSM-связи самостоятельно передаст все данные о потребляемой энергии поставщику и рассчитает в денежном эквиваленте. Важную роль здесь играет отсутствие человеческого фактора. Если ранее контролеры допускали ошибки в заполнении документов, что приводило к спорам между потребителем и поставщиками, то теперь такие ошибки исключены. Местные жители в целом нововведение одобряют, хотя еще не успели по достоинству его оценить. Кроме того, что новое оборудование защитит потребителя от скачков напряжения, в случае обрыва проводов или короткого замыкания, сигнал моментально поступит в центр сбора и обработки информации. Это позволит специалистам оперативно выехать и исправить поломки без предварительных звонков абонента. Преимущества современных технологий налицо. Но, как говорит директор филиала «Кубанинерго» Юго-Западные электрические сети Дмитрий Головаха, удобства в использовании умных приборов учета ощутят только добросовестные потребители. Конечно, если мы говорим о недобросовестном потребителе, да, то, конечно, он в этом случае проигрывает и находится, скажем так, не в ловком положении, потому что одно из самых главных преимуществ данного прибора учета – это исключить хищение электроэнергии. Данный прибор учета, он разделен на две части. Измерительная часть прибора учета находится на опоре, на отводящем проводе, который идет к потребителю, который полностью исключает доступ к нему, то есть уменьшает хищение электроэнергии. А потребительская часть или индикаторная часть, то есть пульт управления, на котором потребитель может видеть свое потребление, находится в любом удобном месте для потребителя. Монтаж автоматизированных систем учета происходит в рамках договорных обязательств между Кубанинерго и частными инвесторами по энергосервисным контрактам. Принятием решения о введении нового оборудования стала сложная ситуация, связанная с масштабными хищениями электроэнергии юридическими и физическими лицами, за которые часто приходится платить другим абонентам.